Мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой, с тем, чтобы были внесены изменения и дополнения в части выделения 28 миллионов 803 тысячи рублей на аварийный участок, который находится от мебельной компании по транспортной улице до поворота на Фосагро и разрывка на РТИ. Мы знаем, что этот участок один из самых сложных, самых напряженных. И с учетом того, что губернатором подписано ходатайство о выделении нам дополнительно 100 миллионов рублей, эти средства, скорее всего, будут утверждены на апрельской думе, с тем, чтобы не терять время. Я прошу вас сделать такие корректировки. Этот участок дороги является крайне важным, потому что он по этому участку перевозит сотрудников нескольких крупнейших предприятий компании «Фосагро» и БРТИ. Это основные наши налогоплательщики, от налога на доходы физических лиц, с которыми мы получаем достаточно существенный доход. Поэтому прошу поддержать подобную корректировку, внести ее в бюджет. Оставшаяся сумма, она в город перейдет, на городские дороги. И второй момент, я знаю, что администрация уже очень так активно и плотно работает над списком таких территорий, на которые пойдут эти деньги, на ремонт этих территорий, дорог и пешеходных зон. Хотелось бы тоже обратиться к вам с просьбой, если уж в городе, те территории, которые будут в городе планироваться, ремонтироваться, тоже на площадке депутатского корпуса, городских депутатов тоже это момент тоже был, прошел обсуждение. Мы знаем, что дороги Балакова и Балаковского муниципального района требуют достаточно серьезного ремонта. Работа проделана в прошлом году большая, но тем не менее еще требуется. Какие планируются, рассматриваются территории внутри города для капитального ремонта? Список у нас составляет в общей сложности на 276 миллионов рублей. Ну, как пример, в новой части города, но мы уже знаем, это проспект Героев, это бульвар Рос, это проезд Энергетик между полем, между 5 и 8 и жилым сектором, очень напряженным. Это Степная улица от Тарнавской и до Медицинского проезда. Это малый проезд по Малой набережной. По закональной части очень сложный участок – это Волжская. Участок по строительной – это Комарова до Волжской. В жилгородке серьезного ремонта требует улица Ленина. Но в первую очередь мы постараемся, наверное, уделить внимание всем подъездам, ко всем медицинским учреждениям, поликлиникам, больницам. Поэтому видим первостепенную задачу капитальный ремонт участка дороги по улице Гагарина от перекрестка Факел-Столизнов полностью до горбольницы, с подходом к академика Жук. Серьезно уже давно назрел вопрос въезда в городскую больницу, там очень узкое место, и установление и размещение дополнительной стоянки у городской больницы, потому что приезжает очень много балаковцев к своим семьям, которые находятся в больнице, места не хватает, и мы уже предусмотрели необходимый участок дороги, люди уже тоже обращались для благоустройства именно стоянки. И, конечно же, еще ряд дорог, которые необходимо выполнять. Надеемся, что 100 миллионов – это все-таки не единственная сумма, которая будет в этом году нам предоставлена. Все обсуждения мы будем делать исключительно с депутатским корпусом и общественностью, дабы данные средства направлялись эффективно.